А Блять, это GP все этот не увидел. не везет. Я Да его я не ничего не увидел. говорю, блять. Я просто говорю, блядь, он неудачно стоял, пиздец. Если бы его не было, нахуй, мы бы промчались. Не, ну понятно. А по-моему, как за пригоркой я выезжал вообще, На блядь, берег, туда. куда мы там? Там же обрыв Да справа хуй знает, получается. я не знаю. Там, получается, скалы, наверное. Нахуй, приехали, приехали вообще, блядь, пизда. Там, скорее всего, куда бы ни приехал, блядь, везде типы были бы. Я даже не посмотрел, сколько их. Трое. Нет, не здесь, а когда в общем было. Я не помню. Сейчас скажу. А, 20 типов, ну да, там пизда. Где там? А везде. Да, и согласен. Куда падаем? Сюда? Да там, блядь, домов нет в этом Эль-Захаре. Там два ангара. Ну хуй знает. Ой, блядь, охуеть. Два ангара, мне блядь. хватит. Мне хватит. Пиздуй туда. Ебись, блядь. И наличник, блядь. Да. Давай, так это на. Можно чумакеру сгонять. Да нахуй там народ дохуя сюда. А, хотя, а как на пикадо падать? Ну да. Да, полетели наверх. Давай. Куда-то Вторая куда? Ахумада. Да. Полетели вторая Ахумада. Блять, в эти ангары бы залететь еще. В таком уже этом, блядь, можно и на военку, блядь, съездить. Сейчас по ходу разберемся. Если уж на то пошло. Если никого не будет, короче, я на военку, наверное, ебану. Так на военку, наверное, может надо раньше прыгать, где-нибудь здесь. Нет, 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 нет. Зона глаз Леона сегодня. Да она всегда почти внизу, блядь, где-то. Ебал. Кого там кран, блядь, капает? Мы куда? В Крузенваль, да, в этот? Или на самый верх? На самый. Торы охуяты. Охуят. Охуят. Ахумада. Есть джип. В ангарах здесь никого. У меня джип. У меня тоже садитесь джип. На джип. У меня тоже джип. Тимур. Да, где чё, Тимур? Я ангар лутаю и иду к вам. Да иди ты нахер, блядь, машина сам ищи, блядь. Чё, нету машины больше? Есть у нас машина, у тебя нету, блядь. Я найду. Ищи, блядь. Давай, да. Дай. А. Не надо, там колеса прокалывать. Пока! Кстати, там нехуёвые ангары. Я там ну, топчик да. брал. Ну, у меня мини тут уже есть. Ну и стреляй со своими. Может здесь вот захуяримся? Да мне кажется, тут помойки такие, пиздец. Ну, блядь, а вдруг нет? Ну давай, ладно, наверх, хуй. Хочешь, я тебя могу тут высадить? Давай, высаживай меня здесь, я побегу. Я прям услышал эту хуйню. Выпрыгнул, блядь. Ну чё? Один бустик и все. Х6, глушитель. Юмпик, блядь. Юмпик никому не нужен. Ебать, зона наверху, нихуя себе. Куда ты дура ты покатилась? Это будет хуёвое, да?
типа сейчас типы придут, ты на это намекаешь? Да. Ты такой в шоколаде, да там сидит? Ну, нет, не помню. Ко мне, по-моему, придут впервые. Ну, они это как тебя они убьют? Они придут в шоколаде. Блять, куда бежать, где лутать, блять, я хуй его знаю. Тара-тарам! Ой, блядь! Ра-ба-ра-ба-рам! Бери, бери, бери. Это... Да. Блять, я на дроп поехал. Давай, удачи. Опять разбрелись все такие. Тут. Че? Да, МКшка. Ладно, возьму. Постреляю хоть. Хоть раз. МКшка нихуёвая, чё. Типа с двумя МКшками топы берут, ну. Это которые молодцы прям. Которые против троих топ беру, да? Да. Мне кажется, он просто думает, я прошел эту игру, все, мне не интересно. И удалил ее нахуй. Слишком, блядь, легкая для него. Для кого? Типа, который нас убил. Который топ взял. Ты уже забыл эту катку, что ли? Страшный сон, блядь. А зря. Должна быть поучительная, как нельзя делать. Могли спокойненько на размен выйти, блядь. Могли. По одному, я по отдыхать. Я сейчас таки думал, что мы так будем делать. Их 6 надо кому-то? Угу. Вообще надо. Я могу дать. Это и помойка нормальная. Показалось, либо у меня тут окна били. Что сделали? Окна как будто били.
Не знаю. Слишком далеко от нас. А я отойду. Может это ты через меня слышишь? А ты в окно бил? Да, бью. Вот сейчас разбил. Не, сейчас не слышу. Сейчас разбил. Да, блядь, родной, давай прям на меня дропчик еще один. Давай, 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 давай. Жирно не будет? Нет. Давай, 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 ну давай. Пух! Ой, ой, красавчик! Ой, какая умничка! А у тебя все третье, да? Да. О, вот эту хуйню, наверное, никто не лутал. Мастер лутал? С той стороны. Макс, ты пойдешь на дропчик? Ну, броню-то надо забрать. Он у тебя ближе все. Ты ближе. А где он? Блин. Вот. На моей метке я прям надо. Понял. Под ним. Пойду заберу, хуй, что делать? Х6 брошу как раз. Так ты тоже к дропу бежишь? Я под ним прям. Ну если будет АВМ, я заберу АВМ. А у тебя что? Да нахуй мне эта МКшка, блядь. Еще я... одна МКшка, серьезно, блядь. Давай, здесь. О, я свой кем полутать. Короче, еще третий дропчик надо, чтобы Тимуру тоже. И третья, и все, и заебись. Блять, там третий рюкзак был. Ну да. Стал брать. Он белый. Да похуй вообще. А тут, блять, прям пиздец темная карта, блядь. Чё по аптекам? Один. Ну, одна большая и одна такая. Агюла. Агуила. А ты, Тимур, куда? Да, на сопочку поднять. А, третий рюкзак, если надо, иди забери. Есть. Я же был в супер ангар. Понял. Туда можно сходить. Вроде закрыто. Да, я пошел туда. Давай. Ну вы что ж туда придете, да? Уже как бы пора. Туда это куда, блядь? Ну метку, блядь, аж поставил. Ну как бы пора, блядь, мы в зоне. Ну понятно, блядь. Ближе к середине, мне кажется, место занимать. Их 4, Тимур, надо? Да есть.
Мне нужен только глушак, либо нос на снайпухку. Такое не носим с собой. Ай, блядь, типы там. Пев там? Да, да. Не знаю, спалился я. Ждите меня, чего полез? Я не иду туда, я так смотрю просто. Метка на кем? А, прям перед вами, на горе? Вот чем мы тут будем? Ну мы же в зоне. А этих типов не вижу больше. Идут, наверное, нет. А вон туда не хотите выйти? На 195. Что там? Куда? Что-то не понял. Чё, туда пойдем? Я бы пошел хуй стоять. Подную хуйню эту, что ли? А? Или вот этот вот кемп? Кемп 190. А чёчки ни у кого не было? Увеличенный на снайпу есть. Надо? Не. Пятерки нужны? Нет. Аптеки нужны? Нет. У меня одна мега и три таких хватит. Понял. А тебе? Нет. Где-то рядом здесь. Ну как рядом? Пятерок куча. Можно было в это говно упасть, блядь. Эмки, пятерки, блядь. Мне также подчечка нужна.
Ой, ебать. Опиздили сразу, наверное. Опиздили. Пешком? Через блять, дорогу. Машины есть? Через дорогу как? Там вон баги посередине было. Да, он там подожди. Стоит, ну. Там где-то дальше типы стреляются. Так, справа он держу вас. Справа были типы тоже, да. Они, возможно, тоже сейчас под зону. Недалеко зона относительно. Да сейчас уже все недалеко. И смерть близко, да? Нет, победа. Ты пока обеда, вот так... Обеда, после обеда. Пессимист такой, поэтому у тебя и мы проебываем себя. У тебя ничего не получается. Ты, нас и так меньше, ты еще выпадаешь. Короче, ну, пизда. Да. Такая вот хуйня. Что ты замер, блядь? Я упал. Ты должен, блядь, говорить, сейчас будет топчик, иду на топ, блядь, все, пизда всем. Так ты же идешь на топ. Я, да. Ну вот. Ну одного ж меня против четверых мало. У вас вертикалки ни у кого нет? Была, Юр, я сбросил. Че ты не сказал? Ну, как бы всегда говорю, что вертикалку мне надо. Ну ладно. Блять, ты всегда говоришь, что я все заебись. Или... Вот ты всегда что говоришь. Че, через эту хуетень пойдем? Да ну давай ее справа обойдем. Справа? Там типы могут идти. Я где хочу стреляю? Справа. Да без проблем. По-моему, видел типа. Да, на 10 стен. 10 стен. А, на 10, ебать. У меня даже голова туда не поворачивается. Так я лицом туда бегу просто. Где тачка кажется? Есть. Где-то самолет летит. Ну дай бог, чтоб мне казалось, хули, че. В эту хуетень пойдете? Нет. А, ну Тимур пошел. Я обойти. Зачем? Ну вот так вот. Надо в зонку как бы зайти. Надо гору вон тут занять. Троп справа упал. Там, наверное, зона и будет следующая, да? Ну... На горе, скорее всего, на той большой самой. Мы дорогу не перебежим. Мне кажется. Надо вот сейчас перебегать. И инфа, Юра, Юра, инфа. Я не вижу никого пока. На дропе чё? Вижу, типа стоит на 120. Вот этот. Коричист. Конкретнее? Ну, 120 а вижу. Он, да. Нам бежит. Вижу, вижу, вижу. Будем работать? Не, он успеет, мне кажется. Убежит. Нахуй. Пошли лучше сразу куда-нибудь подальше. От него? Почему от него-то надо в зону пробираться? Зона здесь он... не будет. На дропе, кстати, так никого и нету. Есть баги. Дроп, справа да. Баги, справа баги. На дроп, да, летит? Это наши баги, да, кстати? Нет. Возможно. Они не на дроп, они в зону, я так понял, будут ехать. Тип сейчас справа должен подняться, смотрите. Вот, мы в зоне. Ну и сейчас, значит, стоим здесь. Значит, этот тип идет, давайте его закрывать. Так он уже, наверное, давай здесь, отсюда да? Его, блядь. Типа да вижу тут, за спиной, 95, как мы бежали. Юра, как ты бежал? Блядь, один раз. Нихуя не понял, короче. Как ты бежал, блядь, по низу. Зону. А, понял. Стал, вырубил его. Этот карьерист. Блядь. Ай. А, вот с этого стреляет, с НЕ стреляет. Там что, этого подняли? Не знаю, я второго там не видел. А вот кто там пуляет? По да, нему, за зону, пуляет. За зону. НЕ, пацаны, Юр, смотрите, с НЕ стреляли. Да, да.
Кавалер, короче, на 20, смотрите, оттуда, там за ним тип стоит. Я хилюсь. Блять, пидорас где-то стреляет. Мы в бутере, по-моему, опять. Да. Пошли бетонки. Давай в дома, в дома. Серьезно? Там дымы. Вон антипын через дорогу. На 170. Не видел типов. Дымы вижу. Вот там, в тех в том районе. Бетонки бы занять. Я хилюсь. Ну понял, тут все открыто, если что. Не знаю, не слышно тут никого. А, тут был кто-то, да. Шлем валяется первый. Возможно, крыса какая-нибудь сидит, нахуй. Зона сходится, смотрите. Я с этой стороны жопу смотрю. Ладно, я пошел наверх, Макс. Я застрял. Так, где этот туалетчик-то? Ебаный. Вот 155 где-то стреляет. На 40, на 35 есть тип по-любому. Вот этот эмочник, он по нам долбил. Да, ту сторону. Глушитель где-то 90 работает. Вижу типа. Вот этого? Черного? Белая краска. О! Где-то со спины. Да. Вошел, да. А, вижу, на 300. В кем маленький забежал? Юр, скажи время. Нокнул на эски. Кстати, чуть-чуть не в зоне. Там нам не видно, блядь. Я добил. В кемпе в этом на 300, Тимур. Наверху, да, который? А, да. Он стрелял со 130 с горой. Поняли? Откуда мы сейчас пришли? Ага. Вот ага. Оттуда он стрелялся оттуда. Там, возможно, коричист. Я не знаю, убил он его или нет. Но так, стрелял. Нам чуть-чуть зону, Юр, смотри, так что тебе бежит. Я вижу. Вот, это с этого скимпа. Справа, я понял. А Макс, ты видел в левую, правую часть? А, вижу вправо. Ага. Справа, бежит. Вон еще один. Еще там выше. Выше еще один в кемпе. Этого допинать. Допинал. Этот выше. Ой-ой-ой-ой-ой. Я тут когда его был. Откуда? Не знаю. А могут. Прям жестко. Ты на крыше был? Да, открыт. Значит, на эске, наверное, скорее всего. А, это угу. Ты бежишь? Грена? Да. Надо выходить. Кто-то давай есть. Выйдем. Блять, Грена. А, вижу. На 130 подходит. Тут 30? Да. Блять, ебаная коронавирус. Я все. Подожди, я к тебе подползу, ты где? А вы там сзади убили? Вот он. Сзади тот убили? Тот за камнем также, я его напрягаю. Зона сходится, Юр. Я вижу. Я в зону сразу бегу. У нас за стеной, Макс. За стеной у нас есть точно. Слева, Юр. Да я понял. Там этот, блядь, придурочный, блядь, где-то. Куда он перебежал, мы его отпустили, пиздец. Вот он со спины стреляет. Сейчас я его. Нету за стеной. Может там внутри стены?
Сейчас гренку надо. На, на. Давай, давай. Блядь. Добегался, блядь. Да ну нахуй. Да, 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 за стеной, за стеной. Вышел. Минус, два. Хорош. Хилюсь. Все над нами прям. Прям над нами. Я хилюсь. Не спешите, не спешите. 9 человек еще. То есть 6 получается еще. Я бущусь. Я тоже. Эй, чё, а куда тут бежать-то? Давай камни справа, вот я пусть знаю. Кто вот так. Вижу за камнем 240 стоит. Вижу. Можно дать. Да там не зимой, вон еще слева. Макс, на 200, на 200, на 200. Да ему один раз осталось. Нокнул. Нас, у нас 200. Пушат, нас пушат. Где конкретно? Ну, возле меня граната прям прилетела уже. Ну. В доме, в домике. Вот там. Так, его убили. А, у меня семерок нет. Есть у кого семерки? Бля, нету, Юр. Нету вообще. Пизда. У меня 4 семерки осталось. Грену даю в дом. Где они, возле дома? Нет, они да. За холм, за холмом они. Огни, Юрий. А Юр, справа тебя огонь кинули, может идти? Я знаю, он за камнем один. Там дальше. Блять, я все верю, я все верю, я все верю. Ну это Юрий надо. Он идет. Меня пушат где-то. И ко мне идут. Ползи, ползи. У меня, блять, у меня они оба. Их трое. А к вам обходим с двух сторон. Да с двух сторон обходим. Сзади стоит. Да один. Понятно. Сюда они топчик взяли. Опять поспешили. Да я типу накидывал нахуй, ну он, блядь. Шотнул. Хорошо. Че, вы еще будете или все уже? Да хуй знает. Ну, можно край.